fucking kidding me? Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидон, и мы продолжаем проходить Dead Space 3. Это 17-я часть моего прохождения. В последней части мы остановились на том, что Нортон запер нас в клетке после того, как мы вылезли после ужасной миссии в брюхе этого тараканища. Вон он здоровый лежит там, ужасный, кошмарный. И он нас запер и побежал, так сказать, спасать Элли, как ему кажется, но, по-моему, он слишком запутался в своих амбициях. И мы сейчас, после того, конечно, мы быстренько вылезли из этой клетки, ничего нам этого не стоило, отправляемся за ним, куда он убежал, что он хочет делать, явно какую-нибудь глупость. Как минимум, какую-нибудь глупость он хочет сделать. Так, мы прошли через котельную. И тут у нас темно, много ящичков со всякими полезными штучками. Куда ты делся, а? Да что с этим ящиком не так? Наконец-то. Так, здесь у нас станок. Давайте бота выпустим. Пусть он здесь нам пособирает. Повсюду эти станки, кстати, разбросаны. Что-то в последнее время в игре они стали появляться очень-очень часто. You wouldn't believe the trouble you've saved me. Nice work. What? Well, here he is. The marker killer, Isaac Clarke. And here we are. The marker homeworld. You know, I must admit, I almost didn't believe such a place existed. But thanks to your friend, Norton, I finally found it. That's how they followed us through shock space. Oh, he is a bright one. But all he wants is Isaac. Carver, the rest of us can go home. Deluded son of a bitch. Hey! You've got me. Let the others go. It's a very difficult thing, you know, undoing the damage man has done. Everything we touch, we contaminate, we corrupt. The markers had a plan for us, but we took what should have been a magnificent gift and perverted it. Jesus, spare us the bullshit. I've spent an entire lifetime trying to undo the damage man has done. Fighting EarthGov's ongoing research, liberating the markers from those profane testing facilities. And now, I just have one problem left to purge. All of you. No, you promised me a ship, Danik. We had a deal. Yes, I'm sorry about that. But I can't afford to leave even one of you left alive. Apologies for misleading you, Captain. Did they get him? Here! Вот тут Нортон, двуличная сволочь, подставил нас. Ё-моё, что нам теперь, отбиваться от всех них? Ладно. Трое за скалой. Ух ты, ё-моё, ещё нам этого не хватало. Это ещё кто? Охренеть. Ох, ё-моё, он же нас сейчас засосёт. Давай, Зик, делай что-нибудь. О, боже мой! Какая жесть, бот ждет на станке. Нет, это не то, что я хочу знать. Так, он по нам промазал. Куда нам стрелять? Ёлки-палки, куда нам стрелять? Что за дрянь тут еще вылезла? А, вот туда нам стрелять. Вот туда нам стрелять, прямо туда. Да ёлки... Да, что тут еще скажешь? О, он получил свое. Вот теперь, а теперь он нас хочет засосать. Держись, Айзек, держись. Нам надо ползти. О, боже мой, он, кажется, нас засосет.
Вот это жесть. И мы еще живы после этого. Да, Айзек, ты просто лютый герой. Что я еще могу сказать? Опять он по нам треснул. Так, нам надо подлечиться, пока он все ноги нам не переломал. Давай, покажись. Покажи свое брюхо гадкое. Вон оно, это брюхо гадкое. Поганое. На тебе. Туда прямо. Перезаряжаемся, перезаряжаемся. Да что такое, это кошмар какой-то. Хватит нас бить. Надо бы побыстрее уничтожать эти штуки, которые нам туда... То есть здесь, на земле, он их делает. Так по нам сейчас не попал. Не попал вроде сейчас. Чего? Бегаем, 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 бегаем. Вот это лапище. Давайте переключим оружие. Давай, 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 скорее уничтожить последний. Ах ты, мразь. Вот, а теперь мы суем ему туда. На тебе. Ой-ой-ой-ой-ой. Назад, Тазик, держись. Держись, 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 держись. Так постреляй же туда. Постреляй туда. Ох, елки-палки, нет, это... Он по-любому хватает. Я не понимаю, как вылезти. Или стрелять, что ли, пока... А, наверное, пока он нас засасывает, нужно в него стрелять. Наверное, именно так. Там... Ёлки-палки, может он и этих убьет уже, а? Своих помощничков хреновых. Фу, у меня сейчас аптечки нафиг кончатся. После такой жести. Да кто? Главное как, я не понимаю. Фу, честно, нет времени отбиваться и от этих, и стрелять ему еще в пасть. Давай, 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 давай. Yes, получил. Получил. Ну что, получится у меня стрелять? Получится, получится, получится. Вот, вот, вот. Получается. О, нет. Но одну штуку мы взорвали все-таки. Ёлки-палки. Вот, то есть, понятно, понятно, значит, как. Нужно сначала пострелять ему в брюхо, чтобы он показал пасть. А потом... После того, как он покажет свою пасть баганскую. О, боже мой. Пусть бы он уничтожал своих этих подопечных уродских. Давай, давай, давай. Промазал. Ой, какие-то шипы еще из-под земли. На тебе, урод. Штука далеко, она в него не может не попасть легко. Так, понятно, это в общем не то, все нужно вот так. Еще, 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 держись. Yes. Хорошо, хорошо, а теперь стреляем. О, я пострелял. И в итоге отлично. Сейчас он треснет этой хренью своей лапищей гадкой. Ну, он накрыл своих. Во, накрыл своих, отлично. Какой-то толк от этой фигни есть. Ах ты ж, ё-моё, подлечиться забыл. Ну ладно, ладно. Сейчас уделаем. Сейчас уделаем. Сейчас точно уделаем. Все, тактику я узнаю. Будешь у меня готовенький. Два удара, теперь он наплюет этой штуки, да? Точно. Плевал этой фигни. Где-то еще остались? Нет, я все перестрелял. А теперь ему в желтое нужно. Ну почему так мало патронов? О! О, неплохо. Теперь в центр ему стрелять. Yes! Все, успокоился. Ну да, теперь он будет бить лапой своей гадкой. Поганой. Ну ударь, убей их всех. Убей этих уродов. Эффективно можно... О, он убил? Похоже, убил одного или двух, я не знаю. Опять наплевал. Да нет.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, он нас засасывает. Хорошо, что нас засасывает. У нас есть шанс настрелять в эту хрень. Почему он нас продолжает засасывать? Ой-ё, ну ничего, нормально. Выплюнем. Странно, что нас не дожевывает, конечно, да. Это нелогично. На, вот вам, уроды, всем. Вот вам всем. Ох, попал, промазал. Неважно. Соберем обоймы. Давай уже. Фу. Не вылупились? Ни одной не вылупилось. Ну все, теперь прямо в центр тебе. Давай. Не переходи на следующую фазу. Yes. Ну, последняя точка. Давай последнюю точку. Yes, попали. Вот, а теперь эти навылупляются. Что будет дальше? Мне вот интересно. Он опять будет бить лапой? Или будет что-то поинтереснее? У-у-у-у. Хорошо, хоть он своих убил. Опять это дерьмо. Мне нужно что-нибудь более скорострельное. Ай, гад. Так, опять в центр насаживаем. Пофигу на эту мелочь сраную. Может, это уже конец фазы. О! Ну и куда он теперь? Подождите. То есть сначала я желтый отстреливал. А теперь что? А теперь что? Я не понимаю. Держись, Айзек. О-оу. О-оу. Куда мы попали? Ох, нифига себе. Мы у него внутри. Давай, вылезай, как бы нас не переварило. О-оу. Держись, Азик, вылезай. Да, ну вы напридумывали, конечно. О, боже мой, фу. Ох, ё-моё. Спасайся, Айзек, пока смерть твоя не пришла. Беги. Все помнят Саус Парка эту серию. Безумную. Так, надо стрелять в эту хрень. Да ё-моё, он какие-то ракеты в нас пускает. Мерзость проклятая. Давай. Долбаные, что это, антитела или что? Так, отстрелили мы эту хренотень. Еще три штучки осталось отстрелить. Стрелили? Да, отстрелили. О, нет, на следующий уровень кошмар у нас переносит. Нет, я не могу это без смеха смотреть. Это... Ой, ё-моё. Кажется, ему не понравилось то, что мы были внутри. Кажется, ему совсем не понравилось. Неужто мы его убили? Чёртов Нортон. You betrayed no, us! I tried to save us. You are the real problem here, Clark, but not anymore. Captain! Yeah, Sergeant! This is all your fucking fault. She doesn't love you! Oh, fuck. Come on. He won't stay dead forever, not around here. I'm not gonna tell Ellie. Tell her the truth. Now let's go. Ё-моё, какой у нас конец-то интересный. Да, слушайте, я думаю, может, можно было его не убивать?
Может, был вариант какой-то другой? Да, ну... Ну, дела, я скажу вам. Глава 13, коснуться небес. Скалы Валантис. Ну, не очень мне нравится то, что сейчас произошло. Посмотрим, что за текстовое сообщение. А, нет, мы нашли рецепт оружия, насколько я понял. Нам, конечно, надо туда, но я загляну, что у нас здесь находится. Или нам сюда как раз и надо. Да, нам сюда как раз, оказывается, и надо. Да, вот такая вот интересная концовочка главы. Кошмар. Ну что делать? Надо двигаться дальше. Давайте посмотрим, что у нас здесь, раз это открыто. Хорошо, что я взял эту пушечку скорострельную. Она нам как раз здесь очень-очень сильно пригодилась. А, ну здесь у нас станок и немножко модификаций. Давайте посмотрим, что за оружие мы только что нашли. И заодно отгрузим ботов. Отлично. О, сколько нам вольфрамчика насобирали. Итак, посмотрим. Создавайте оружие по чертежам. Так, где наше оружие, которое мы только что нашли? Он называется Хун и Чистильщик И1. Улучшенный клепальный молоток и гидравлический потрошитель, разработанные для экономии патронов и высокотемпературных атак. О, как интересно. Экономии патронов. Смотрите, кстати, он не так уж и дорого стоит. Я хочу его скрафтить, раз уж мы его нашли. Но, конечно, чуть позднее, когда мы уже подальше, так сказать, зайдем. Так, посмотрим, что можно модифицировать. Да, мы никаких модификаций в пулемет наш не вставили. В принципе, наверное, темп стрельбы, урон добавим сюда. Урон, перезарядка. И перезарядка, минус урон, перезарядка, обойма. Вот это мы еще вставим. А внизу у нас стоит гранатомет, поэтому туда, конечно, можно вставить урон обычный. И, наверное, темп стрельбы, урон, урон, обойма. Урон, обойма — хорошая вещь. Да, давайте поставим. Ну все, неплохо мы его улучшили. Тут можно, конечно, открыть за вольфрам, но я пока не хочу. Пока не хочется. Плохо, конечно, что я улучшил его после босса, но... Как получилось, так получилось. Потом, конечно, я попробую перезагрузить главу и посмотреть, что будет, если я не буду нажимать кнопку Е. Когда в Нортон нас будет стрелять. Айзек. Где Роберт? Shot him, Ellie. What? I'm sorry. I had no choice. Norton betrayed us, Ellie. He was ready to kill us. Isaac did what he had to do to save the mission. Come on. We gotta keep moving. Now there are only four of us left. I can't do this. Then we leave you behind. If you can't keep your head, you're a danger to everybody. You are horrible! Nobody's leaving anybody. Now come on. Let's get to the top of this mountain. Together. Together. Да, как правильно говорит Айзек, надо двигаться дальше. А что делать еще? Разве есть выбор? Выбор не особо у нас есть. Ух ты, вот это интересная штука. Воу! Так, ну, конечно, без этого вы не могли, да? Используйте ВСД, чтобы схватить веревку. Что это такое? Да почему все время все ломается? Я не понимаю, я всего лишь лезу по скале. Почему она самовзрывается? Она еще загореться только не хватало ей. Прямо сейчас. Давай, давай, Айзек, залезай уже наконец. Еще одна?
О, ну давайте теперь по правому подъемнику поднимемся, что ли. Ну и, конечно, сейчас опять на нас будет куча всего падать. А мы будем уклоняться. Я нажимаю Shift, в общем-то ничего не меняется. О, тут еще можно и стрелять. То есть, если можно стрелять, значит нам дадут пострелять, это точно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фу. Подождите, там я вижу скалы острые сверху нависли. Кажется, это значит, что они будут на нас падать. Да, просто так они нависнуть не могут. Давай, залезай, Айзек. Забрались наконец-то. Все, выше не надо уже. Слава богу. Элли, come on. Norton was pointing a gun at my face. I'm sorry. Is that supposed to make it okay? You never believed in me, or this mission, or us. I had to go find someone else to help me, and now he's dead. You sabotaged it, just like everything else. What's that supposed to mean? Is that what you really think? Yes. They brought you here at gunpoint. I guess that's what it took. I'm not here because someone put a gun to my head. Yeah, well, Norton's dead because someone put one to his. Да. Какая интересная лесенка. А зачем она убирается, простите? Зачем ее вообще делать вот такой электронной? Почему нельзя просто здесь было поставить лесенку? Это нелогично совершенно. Никто не будет так делать. Да. Теперь по-новому буду ящики, кстати, разбивать. Уже надоело это. Надоело ботинком по ним промахиваться. Опять станина. Сколько можно уже этой станины? У нас этих станин уже дофига, с ними главное ничего не сделать. Здесь это наши старые знакомые. А, нет, еще и новые какие-то. Мы уже убивали таких. Давайте. О, нет, еще со всех сторон. Давай, мочи его. Вот так, прямо в харю тебе. Подлечимся. Ты без ног остался. Да, они же вылезают здесь. На каждом шагу. Охренели, что ли? О, боже мой. Только не зажимайте нас. Не зажимайте нас. Да перезаряжай уже речи. Боже мой, какая-то рука за нами. Заряжай, заряжай, заряжай. Не, а нам нечем заряжать. Превосходно. Сейчас. И этого отстрелим. Опять нет патронов. Ой, скорее обоймы собирать, собирать, собирать. Перезаряжаться. Да отойди. Сдохни. Сдохни, тварь. Сдохни. Еще один. Ёлки-палки, когда вы кончитесь-то уже? Фух. Все. Похоже, кончились наконец-то. Нет, нет. Не кончились? Нифига они не кончились. Свободен. Фух, наконец перезарядимся. Какой-то кошмар вообще. Бесконечное количество этих уродов. А у нас еще после боя с боссом патронов вообще не было. Просто в ноль израсходовался. Там еще же ведь можно, ну, взрывать эти штучки, из которых лезут монстры. Ну и, конечно, я их взрывал, но там, опять же, если патроны кончаются, нужно держать баланс. То есть, сколько-то взорвать, сколько-то оставить, чтобы полностью не иссякли у нас патроны. Компактная станина Веллера. О, интересно. Посмотрим, что мы с ней сделать сможем. Нет, я все-таки обожаю вот эту штуку, потому что это... Не знаю, одно из самых эффективных оружий вообще здесь. Эффективнее, наверное, только гранатомет какой-нибудь будет. Guys, I found a cargo cage, but it's wedged into the cliff. I'll try to free it and send it down. Ellie, you hear me? Yes, we see it. Come on, Ellie. Да. Да ну, он говнюком все равно был. Причем, он был и до этого говнюком, а теперь он вообще говнюк. Когда мы узнали, что он нас предал, он прям самым говнючим говнюком оказался.
Как там? Самый большой говнюк во вселенной. Ellie, can you see it? Ellie! Oh god! Look out! That's us! Get behind me! Ah, shit! Try to drive it away! Ellie! Ah! Ellie! Ellie! Ah! Ellie! О боже мой, что случилось? Надо бежать. Надо бежать скорее дальше. Потому что их там начали хавать уже. Ну и нам тут, в общем, не дают расслабиться на самом деле. Да, ненавижу, когда они сзади влезут на меня. Просто ненавижу. Люто, бешено, дико ненавижу. Да на тебе, урод. Прямо дротиком в тебя. Хорошо, хоть тут отсчет времени не начался. А то бы... Да откуда ж ты взялся-то, а? Вообще не видел. Хоть бы предупредил нас своим мерзким криком, как всегда. Давай, оторви ему башку, Айзи. Вот так, красавец. Еще кто-то, да? Слушайте. Я ведь убил его. Я не понимаю, не кончится вообще или нет? Да они вообще не кончаются. Какой-то кошмар вообще. Лезут и лезут. Может, нам просто надо было пробежать? Да нет, вряд ли. Сейчас еще эта пещера будет начинена этими уродами. Итак. О, там что-то лежит. Давайте возьмем. Так, это мы нашли лишний патрон. О, неплохо. Совсем неплохо. Давайте посмотрим, что у нас в другой части пещеры. Вдруг там... А, тут ничего нету, тупик просто. Ну, давайте наверх подниматься. Сейчас я чувствую, при подъеме у нас тут будет веселье. О, как я и думал. Веселая собачка. Сейчас стрельнет в нас. Ах ты гад. Да что такое? Вы подумайте, а. Сволочуга, давай, высовывай свои штуки. Ух ты, нас еще камень ударил. О, на тебе, урод. О. Все, наконец-то. Нет, еще один. Ух ты, еще от камней уклоняться. Да, в общем, весело. Как нам перепрыгнуть эту штуку-то, я не понимаю. Как нам ее перепрыгнуть? Айзик, признавайся. Еще один камень попал. О, там розовый. Что? Это какой-то баг. Пиксель вылетел розовый. На тебе. О, убили. Как нам перепрыгнуть эту штуку-то, я не понимаю. Shift не работает. А, вот, вот так вот, все понятно. Ух ты! В нас что, кто-то кидается этими камнями, я не понимаю. Давай, быстрее, наверх уже, надоело это. Ну, залезай. Все, забрались наконец-то. We drove it off. Oh, thank God. Look, about Robert. I just don't understand why he would try to kill you. He blamed me for all the trouble we're in. He kept pushing to go home. I kept pushing to stay. But the mission is all that matters. But I thought Robert understood that. I'm here for you. I mean that. Ну что ж, дорогие друзья, вот на таком моменте пора бы и закончить уже эту серию. Вроде Элли все-таки начала кое-что понимать, и это очень хорошо, очень хорошо. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Ну что же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.